Всем привет! С вами Лекс, и мы продолжаем играть Майнкрафт, и это постройки часть 4. Сегодня я покажу весь остров, который я доделал спустя, получается, 2 месяца целых, да? Но на самом деле не 2 месяца, а где-то месяц все постепенно делал. Но в любом случае, на самом деле я уже реально все забыл, что тут находится. То есть, ну, не все, конечно, но я помню то, что, вот видите, я построил тут такую вышку, да, то есть это типа домик на дереве я хотел построить, но получилась вышка. Давайте как раз с этого и начнем. То есть здесь, видите, ничего особого нету. Одна лампочка, в принципе, кровать, голова зомби и карта просто острова. Да, выглядит, в принципе, достаточно неплохо, да, вот так вот даже по карте, если смотреть. Выглядит реально прикольно. Да. Второе, что я сделал, это доделал тайгу. То есть, видите, вот так вот это все выглядит. Да. Вот так вот, в принципе, прикольно, да. То есть, видите, заборчик. Дорога такая вот доделана, да, видите, далеко прям. И это все, в принципе, я начинал вначале строить. То есть, после записи 3 серии я это все начинал строить. Поэтому, реально, я очень все плохо помню. Потому что, реально, 2 месяца уже не выходила новая серия. Да, как раз вот эта 4-я. Давайте начнем как раз, ну, точнее, продолжим уже с этого дома. Он не жилой, здесь просто будут работать жители, да, то есть заниматься всякими вещами, то есть, видите, на кабане тут есть всякие плавильные печи, там, и стол картографа и так далее, да, то есть чисто рабочий такой вот домик. Да, выглядит реально круто. Ну, и здесь как бы выходит такой вот дым, да, потому что это логично. Как бы здесь они работают, как бы тоже выходит дым, как на заводе каком-то, да. Ну, типа того, это, конечно, не завод, ну да ладно. В принципе, давайте перейдем в самую такую приятную точку, потому что здесь я хотел построить прям, наверное, несколько домов, там дома 3, 2, там, не знаю, да. Но в итоге получился всего лишь один, получилось много деревьев, и это более такой цветочный такой биом у нас получается, да. То есть, видите, у нас тут тайга зимняя есть. Там у нас джунгли, а это просто цветочный такой более-менее биом, да. Здесь, видите, у нас дороги меняются, видите, вот так вот, да. Более-менее на тропические. Здесь у нас, типа, дерево упало, поэтому дорога заканчивается. Здесь у нас, видите, типа, протоптана. И здесь появился такой вот мостик. Потому что без моста бы, если бы вот здесь бы дорога заканчивалась, как было, в принципе, недели 3 назад, да, выглядело бы это все очень некрасиво. Но я решил то, что лучше сделать мост. Конечно, видите, здесь как бы такое чувство, как будто давно это все не менялось. Но, в принципе, так и есть, да. То есть специально так сделал. Ну и ладно, да. В принципе, давайте покажу домик. В принципе, в домике есть даже такая нычка, то есть проход, который будет вести нас вот туда, к куполу, который будет в будущем. То есть пока что это просто морской источник, и вокруг него мостки и фонари. А потом это будет у нас, получается, купол, и красиво все там будет, да, выглядеть. Там всякие, не знаю, акулы плавать будут, да. Смотрите, вот так вот выглядит, в принципе, дом красиво. Картина тут есть, просто кровать, и вот уже штучка, которую я спалил. Да, здесь, если что, должен быть ковер. Но я его убрал. Да, вот, в принципе, тут всякие бочки пустые. Здесь у нас книжка есть, короче, не знаю, что тут написать, только дату, да. Видите, я уже писал это давно, в прошлом году, почти месяц назад, короче. Ну, недели 3 уже, наверное, прошло. Давайте спустимся сюда, в принципе, и упадем. Да, тут у нас, видите, вода, и тут надо доплыть, короче. Вот это я строил, наверное, недели 2 назад. Может быть, 3, не знаю. Да. Сейчас у нас эффект морского источника появится. Да-да-да. Точнее, сила источника эффект называется. Вокруг, видите, тут всякие водоросли побольше, видите, понадел, да, потому что, в принципе, чтобы было красивей. Да, если что, этот остров, островом я буду заниматься, потому что не может быть таких огромных обрывов вниз, да. Ну и это все, естественно, я буду решать, да. Тут немножечко можно заметить, что коралла больше стало и так далее. Но, в принципе, это такие мелочи, да. Центр изменился деревням. Достаточно неплохо, то есть выглядит реально красиво. Дорожки тоже изменились, то есть тут просто... Вот так вот только, ребят, если что, я комментирую, потому что тут реально... Тут много чего очень изменилось, и как бы реально тут куча дорог появилась. Вот это тоже не было, вот этой дороги. Вокруг дома дорога всякие и так далее. Подсолнухи, видите, остались. Короче, много-много чего изменилось. Всякие вот эти детальки, которые советую вам тоже замечать. Ну и давайте, в принципе, покажу вторую, кстати, второе место прикольное, да.
Это вот эта ямка, да, в этом биоме джунглевом. Мы сюда спускаемся, и здесь у нас есть портал. Портал в ад, в котором, как бы, если попасть в мир ада, там ничего такого интересного не будет. Да. Давайте вставим пластинку. Вот так вот все выглядит, в принципе, ну, нормально, нормально. Да. Типа все такое старое, да, как будто бы давно здесь кто не был. Да. Какое-то секретное измерение, как будто бы я построил, да. Вот так вот это выглядит красиво. Окей. В принципе, думаю, в принципе, можно на этом и заканчивать, потому что я все пытался максимально вкратце рассказать. Тут очень много маленьких деталей, которые можно объяснять хоть час. То есть тут можно летать, я на целый час и каждую маленькую деталь показывать. Но я хочу это сделать достаточно маленькое видео, да, то есть не делать его большим. Ну, в принципе, потому что зачем, да, чтобы все по-быстрому рассказать и все. Да, в принципе, ребята, все, на этом все, как ни странно, да. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео. Вот такое вот небольшое видео у нас получилось. И скоро будет финалочка, финальная серия, пятая, где я буду как раз, ну, для пятой серии готовить в воде все тут строить, да, купол вот там делать, чтобы выглядело все клево, да. Поэтому, в принципе, сам остров уже весь готов. То есть, с островом покончено, да. Ну, в каком смысле? В хорошем смысле, то, что я все с ним сделаю. То есть, тут уже вообще ничего менять не надо. Тут уже все красиво выглядит. Меня все устраивает. Да. В принципе, может быть, даже ссылку на карту уже оставлю, потому что, в принципе, все готово. Можно играть, в принципе, посмотреть на эту карту. Выглядит реально прикольно. Возможно, ссылка будет. Да, может быть, не сразу выложу, не знаю, может быть, вообще не выложу. Пятая серия, сразу говорю, будет уже точно финальная, потому что, ну, в принципе, да. В принципе, уже пора заканчивать, потому что как-то уже месяца 4 все тянется. Весь этот сезон, да, первый сезон. Ладно, все, теперь точно. Всем пока и удачи. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.